Друзья, приветствую всех на моем канале. Наконец-то закончил я свою работу. Кто смотрел, как я вытачивал из пенька вазочку, это, можно сказать, продолжение. Я в эту вазочку вставил 3 розочки, которые вырезаны по частям. Листики отдельно, стебельки отдельно, колючечки от натурального шиповника. Можно от розы, можно от шиповника. Колючки одинаковые, шиповник тоже роза. Поэтому я не брезговал шиповником. Значит, сейчас я покрываю вазочку воском пчелиным. Как вы видите, листики касаются в некоторых местах где-то стебелька, где-то друг друга, другого листика. И в тех местах, где листики соприкасаются друг с другом, они склеены между собой. Также сами розы приклеены к самой вазе. Это каждая розочка приклеена ко дну и к боковинке, где она соприкасается с горловиной вазы, она также приклеена. Вот. Это посерединке розочка болтается, и вот болтается этот же листик, потому что он приклеен к этому стебельку. Сейчас покрою я ее воском. Саму вазу я натру после того, как покрою воском. Ну, а розочки уже натирать не получится. Они останутся чисто покрытые, как масло. Потому что сейчас лето, жарко, воск превращается в масло. То есть не сам воск, а та массика, которую я сделал, она превращается в масло на самом изделии. И получается как будто покрыто маслом. Такой матовый тон. Или тупой блеск, еще можно так сказать. Кому интересен процесс, как я изготавливал листики, как я это все склеивал, можете смотреть видео до конца. Сейчас я это допокрою и в конце покажу полностью покрытую воском. Кому не интересен процесс, кто хочет посмотреть уже покрытую воском, можете просто перемотать к концу и полюбоваться работой уже покрытой. Всем приятного просмотра, спасибо за внимание.
вот еще раз хочу показать три готовых листика. Сзади просто идет закругление. И вот под листики такой как бы двойной желобок. Отсюда тоже выйдет три листика. Я беру карандаш и делю на три части. Один будет вот тут большой. Резаком это я потом выравниваю. Но главное мне сейчас вот так вот их разделять. Что я делаю? Уже показывал. Я начинаю разделять. Самый, можно сказать, сложный, но для меня уже не сложный. Но проще всего резать первый листик, потому что как бы есть ухват, за что держаться. И первый листик легко брать и закруглять. Второй тоже. Третий немножко сложнее, потому что держать уже практически не за что. Вот. Сейчас придаем форму самому листу. Мы видим, что он еще толстоват здесь. Поэтому берем и заужаем. Можно взять такой вот резачок. Как бы делаем носик листочка потоньше. А вот задняя часть должна немножко быть толще, для того, чтобы шилом можно было проткнуть дырочку. Видите, здесь вот часть толстая. А здесь вот часть совсем тонкая. Так и в этом листике. Поэтому я сейчас делаю носик